Добрый день, дорогие друзья. Конечно, прогулка это для того, чтобы показать, что в Кунцево Плаза открылся мой любимый магазинчик. Магазин этот называется Леонардо. Там есть все для рукоделия. Карандаши, краски, цветная бумага, картон, упаковки, коробки. Вау, много чего. Есть, конечно, магазины побольше, с большим ассортиментом, но этот вот рядом. Этот рядом. Можно прийти, купить, посмотреть. И надо сказать, что несмотря на то, что расположен он довольно-таки высоко, это четвертый этаж, но надо отметить старания менеджеров по развитию или руководителей по развитию, что выбрано очень удачное место. Это рядом с фудкортом. То есть вы приходите поесть, а туда приходит большинство посетителей этого торгового комплекса. Торговый комплекс называется Кунцево Плаза, метро Молодежная. И вот любопытные, голодные покупатели заходят и покупают открыточки, коробочки, карандаши, ручки, краски, грим. Вот я не видел, есть там грим или нет, аквагрим. Ну, вроде как нет. Четвертый этаж такой своеобразный, вот кроме фудкорта здесь кафешек Макдональдса, KFC, Бургер Кинга, вьетнамской еды и так далее. О, железная дорога. Прикольная штука. Кидаешь денежку и катаешься по железной дороге. Ну, вот рыбы. Известный аттракцион. Бросаешь денежку и кормишь их. Вот. Тут еще где-то частенько раньше, по крайней мере, были попугаи красивейшие. Очень красиво, огромные бразильские попугаи. Но сейчас что-то я их не увидел. Ну, зато вот пока нет народа, люди могут устраивать вот такие промо-акции. Гонка на радиоуправляемом автомобильчике. Ну, просто согласитесь, заглядение. Дорога идеальная. Можно в занос пускать, дрифтовать. Печально, конечно, что мало людей, но тем не менее, для умения нет никаких причин, никакого повода. И все-таки на пустом этаже, в пустом помещении все равно находятся люди, которые хотят пройти сквозь тебя. Ну, с этим, к сожалению, ничего не поделаешь. Один будешь стоять в поле, все равно кто-нибудь придет и врубится в тебя или с телефоном, или просто глядя тебе в глаза в надежде, что ты куда-нибудь стремишься. Красивое пространство. Я так понимаю, до сих пор оно не набрало своих оборотов. Но прекрасное место, чтобы пофотографироваться. Фотографироваться, кстати говоря, можно, но надо взять разрешение, иначе охрана сейчас более лояльна. Но раньше меня даже с фотоаппаратом в рюкзаке пытались не пустить, а у нас тут съемка запрещена. Ну, фотоаппарат в рюкзаке — это не съемка, это просто переноска своего груза. Не более того. Всем привет. Пока.